Готовим утиную грудку на сковороде в кисло-сладком медовом соусе с яблоками. Ее не надо мыть, кладется она на сковородку без масла, еще не разогретую. Далее немножко добавляется соуса, солим, режем мелко яблоки, также обкладываем со всех сторон оба кусочка и оставляем где-то перемешав соусом на пару часиков для такого типа маринования. Потом ставим на сильный огонь до слегка закипания самого соуса, переворачиваем внимательно, смотрим, чтобы ничего не подгорело и, естественно, соус не выкипел. Получаем готовый продукт где-то через час. Очень аппетитный, нежный, вкусный и, конечно же, полезный. Все ингредиенты я вам указала. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, ждите новые обзоры. Будут путешествия, продукты, как всегда, и многое другое. Всем пока, ждите что-то новое. Готовим утиную грудку.